проходил исследование диагностических процедур по ГДС и колоноскопии, и у меня была обнаружена злокачественная опухоль желудка. Проходил я в одной из частных клиник, где мне поставили сразу же четвертую стадию. И по совету своих коллег я обратился в клинику ХАДАС, попал на прием к Горностаеву Дмитрию Игоревичу. И когда я пришел в таком подавленном состоянии, то вот именно беседа с Дмитрием Игоревичем дала мне полное понимание плана лечения. Уже вышел такой уже довольно-таки вдохновленный. Я уже понимал, что мне предстоит впереди, какой план лечения, сколько по времени. Хотел бы поблагодарить именно врачей, команду врачей Горностаева Дмитрия Игоревича за то понимание, высококвалифицированный специалист. Хотел бы поблагодарить хирурга Богданова Алексея Анатольевича за проведенную операцию 1 марта. Это была одна из сложнейших операций, которая длилась практически 8 часов. Там было присутствие термической химиотерапии. Хирург просто-напросто от Бога золотыми руками вместе с Сологовой Екатериной Александровной, которая тоже лечащий мой врач, когда был операционный период, всегда была на связи 24/7, всегда давала советы, всегда поддерживала. Конечно, отдельное спасибо хотелось бы сказать бы и химиотерапевту Соловьевой Екатерине Петровне, когда во время курсов химиотерапии тоже была всегда на связи, тоже всегда поддерживала. Я на сегодняшний день уже вернулся к своей повседневной жизни. Есть фраза, которую все врачи говорят, что рак на сегодняшний день – это не приговор. Это на самом деле так. Это все понял на сегодня у себя. Самое главное, чтобы во время лечения это была поддержка семьи, поддержка коллег по работе, которые мне тоже очень сильно помогали. И самое главное – найти своих врачей. И все будет хорошо.